Я здесь живу меньше всех. Я живу здесь всего 4 года. И все 4 года идет борьба вот за этот дом. Во-первых, нас совершенно не устраивает эта стройка. Рано, 8 часов утра начинается грохот, лязг, бетономешалки, машины. Это с 8 утра и до 8 вечера. Это не устраивает никого из нормы приближенности к высоковольтным линиям жилого помещения. Она ни в какие нормы не входит. Почему строят? Мы подходили, вот мы две самые старые женщины в этом доме, мы подходили к начальнику этого строительства и попросили его: объясни нам, пожалуйста, что здесь будет, что это строится, что это такое. Он нам сказал: строится 17-этажка, двухподъездная. Суд длился 2 года. Обращаться к Бергу, вот лично я писала лично письмо Бергу и просила помощи. И к нам приехала девочка, и она обещала золотые горы. И больше мы ни девочку в глаза не видим. Это весь руководящий орган в городе, который может что-то сделать. Арапов, например, мне присылал письмо, в котором писал, что он объезжал здесь, но он не видел стройки. Он ее не видел. Города. Мы просим Владимира Владимировича Путина обратить внимание на то, что эта стройка не дает никакой спокойной жизни всем проживающим в этом доме. И эта стройка строится, мы не знаем как. И потом, мы считаем, что эта стройка, это для людей, которые будут жить, они заранее обречены на рак, потому что они будут жить под боком у высоковольтной подстанции. Одна зеленая полоса была вот. Зеленую зону. Зеленую зону. Они же все спилили. Все убрали. У нас тут дети катались на велосипедах. Играли в зеленую зону. Ну все, тогда давайте. Зимой котов заливали. Зеленый парк. Не получится. Как врач говорит. Я не знаю. А я думаю так, что если персонально обратиться к Бергу, попросить его лично, не его девочек-секретарей, а лично его, Юрий Александрович, по-моему, да, Юрий Александрович, чтобы он приехал он и посмотрел с нами на близость этих наших домов, не знаем на ни все имени, это. Ни нет, я узнала, что он Юрий Александрович. Может быть, он обратит внимание. Не может разумный человек не понять, что эта стройка – это вопиющее вообще деяние. Мы сейчас вот собрались, определились с проблемой, определились с тем, как помогать. Но в первую очередь мы направим, конечно, депутатские запросы в соответствующие органы обращения. И будем помогать им составлять исковое обращение в суд, привлекать в качестве эксперта либо Агафонова, либо кого-то еще из авторитетных и независимых экспертов, просить их помочь нам, как уже не раз было, судиться по поводу. Если действительно те нарушения, о которых говорят жильцы, имеют место быть, я думаю, ну, безусловно, возможно восстановить.